Уже совсем скоро на территории поселка Юбилейный официально и в торжественной обстановке откроет свои двери средняя общеобразовательная школа номер 19. Образовательное учреждение разделено на 4 корпуса, 2 из которых учебные, где имеются около 60 посадочных классов, оснащенных новым необходимым оборудованием. Также имеется столовая, актовые и спортивные залы, где есть раздевалки для девочек и мальчиков, медицинский кабинет и ряд других помещений. Как рассказывает исполняющий обязанности директора школы Узайри Каргалиев, ныне работавший руководителем Хасавюртовского представительства Международной гуманитарно-технической академии, с 12 числа текущего месяца школа начала свою работу. На данный момент на первом этаже обучается более 360 учеников начальных классов. Мы запустили первые 5-4 классы, они уже полностью работают, классы уже укомплектованы. Учителя есть, молодые, энергичные, уже начали полностью работу. В дальнейшем, когда у нас полностью будет готово, и 10 классы будут, и 11 классы будут, и полностью школа будет работать своей жизнью, выполнять свои задачи. Новая школа рассчитана более чем на 1200 посадочных мест в одну смену, где соблюдены все требования и условия, необходимые для развития личности ребенка. Как отмечает директор школы, в ближайшее время планируется обставить необходимыми принадлежностями кабинеты по учебным дисциплинам, как химия, биология и история. Татьяна Ахмедова, учитель начальных классов, рассказывает с восхищением, что давно ждали таких просторных и светлых кабинетов со всеми условиями. Здесь уютно, светло, большие просторные классы. В здании школы находится столовая, просторная, с хорошим питанием. Большой, огромный спортивный зал, в котором есть весь инвентарь, нужный для предмета физкультуры. Также находятся санузлы на каждом этаже, и непосредственно в каждом классе находятся умывальники с горячей и теплой водой для того, чтобы соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помог в создании такого теплого, уютного уголка для нас и для наших детей. По словам Узайри Каргалиева, решение запустить учебный процесс в школе номер 19 до официального открытия было принято руководством города совместно с начальником управления образования в связи с загруженностью соседних школ, где проходили обучение дети данного микрорайона. Уже совсем скоро будут проведены мероприятия по облагораживанию территории вокруг образовательного учреждения. Зарема Хайбулаева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».